Когда семье родной Бог меня послал, говорят, что папа мой очень горевал. Говорят, 4 дня он не пил, не ел, потому что не меня мальчика хотел. Но ему сказали сразу: это вам не 100 заказов, не задерживайтесь тут, забирайте, что дают. Но ему сказали сразу: это вам не 100 заказов, не задерживайтесь тут, забирайте, что дают. Только о своей мечте папа не забыл, оказалось, он в семье всех упрямый был. До сих пор ему не лень, вот уж сколько лет, приносит мне каждый день новый пистолет. Я уже играть устала, заводные самосвалы, и к футбольному мячу подходить я не хочу. Я уже играть устала, заводные самосвалы.